Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгения, играем в Фазмофобию. Сегодня мы приехали с вами в Tanglewood Drive 6, играем сегодня на сложности X975 без улик, без рассудка, без нычек и без чего-то там еще, я хер его знает. Так, я не буду брать фонарь, я надену налобный, хоть это и не соответствует моим привычкам, но да ладно. Беру благовошку и возьму, наверное, крест. Вот, такие пироги. Надеюсь, будет спидранчик. Очень бы, конечно, хотелось не душнилу. Так, датчик движения, направил микрофон и свечку, фонарь. Все, поехали. Возьму, не играла целые сутки. Чуть-чуть отвыкла. Ну, погнали, ладно. Нет проклятого предмета. Нет нычек. Что там еще нет? Короче, до хрена. Я благовушку-то взял, где благовушка? Да бля. А фонарик-то? Вот мой бешеный фонарик. Нычек нет, поэтому все шкафы закрываем. Идем, включаем свет и ждем охоту. Shift у меня есть, но я пока очкую его нажимать. В подвале. Кость на кухне, вижу. Ладно, шифтанем. Охоты пока нет. Я не буду пока кость поднимать, сейчас фотик принесу и сфоткаю, наверное. Так, ну что? Буду ждать. Откуда она выйдет? Кур сделаем. Так, она вышла с кухни. Она обычная. Я не засекла. Не засекла время. Блин, рано ее обкурила. Ну, я хотела посмотреть, где она начнет. Так, она закончила. Так, бежим за предметами всеми. Крестик. Крестик мы кинем. Не так много у меня времени, но я думаю, успею все принести. Такс. Все-таки обычная. Это прискорбно. Ну, вроде как не джинюха. Может быть, конечно, там маленькое расстояние между нами было. Но все-таки... Это. Ускорения, в общем, никакого не последовало. Совершенно обычная скорость, вроде как, мне показалось. Трогает где-то двери тут. Насыпем ей соль. Сфоткаем Константинчика. Так, включим Светлану. Так, фотик я скинула, фотик скинула. Так, нам нужен датчик движения, нужен направленный. Свечки нужны срочно. Срочно, присрочно нужны свечечки, чтобы Анрёху вычислять. Так, вот это мы все берем. Блин, благовушку не взяла. Ладно, попробую. Все-таки 2 секунды безопасности у меня есть. Я попробую, если что... сориентироваться и сквозануть куда-нибудь. Плюс у меня еще кресты лежат. Единственное, что она маленькая. И ее мансить, молясь, плоховато. Поэтому кинем. Я пойду принесу... Блять, где-то рядом охоту начинает. В гостиной, кажется. Так, подожди, она сейчас быстрее? Или она меня увидела? Или это стандартная обычная скорость? Какие-то перетопы, блин. Блин, переехал в гостиную. Но это точно не дух. Мне кажется, 3 минуты-то вряд ли прошли. Давайте вычеркивать всех, кого не может быть. Это никакой не Морой, это не Райдзю. Не Фантом. Слушайте, она там по соли у меня... Я же вроде насыпала там соль. Слушайте, я прошла за благовоние, потому как у меня это... Хотя ладно, я выключу налобный. Потому как она переех. Сделала. Ну, или же она ходит. Сейчас надо это, термометр захватить, наверное. И посмотреть, где сейчас комната ее. Душняра немножко. Еще одну сольку. И давайте вот эту штучку возьму. Сейчас обкура не было. И мне надо успеть... Сквозануть. За крестом. А, крестик сгорел. Хорошо. Слушайте, мне пока пахнет миражом.
Где фотик, блядь? Зажигалку надо и благовушку взять. Быстрей! Воняет миражом? Соль не стоптана совершенно. Так, датчик движения мы сделали. Так, давайте вот. Коза ты. Я не успеваю. Не успеваю. Не... Все сделать не успеваю. Так, вот если она сейчас на кухню пойдет... Не, в подвал спустилась. Надо сейчас по соли ее провести во время охоты. Ну там датчик движения сработал рядом с солью. Ладно, перепроверим. Не буду сейчас заранее делать выводы. Перепроверю. Слышно ее хорошо. Шажочки прям. На Мюллинга она не похожа тоже. Так, я благовошку взяла. Взяла. А, ну да, она ж вот по этой соли не проходит у меня, получается. Да, это мираж. Опасный достаточно призрак, хочу сказать. Так, это вот тебе вот сюда. Этот крестик я тоже себе под жопочку вот сюда положу. Еще насыплю соли на всякий пожарный. А, я успела спануть одну где-то. Так, что мне необходимо? Мне надо направленный сделать. Хорошо. Хорошо. Очень-очень-очень хорошо. Давай, матушка, быстренько поговори мне. У меня же датчик вот там где-то. Ой, спасибо. Ой, спасибо. А давайте, раз я термометр-то принесла, все-таки мы... 5-1, да, это гостиная. Так, что по фоткам? Блин, еще до хрена фоток надо сделать. Зданьки мы все сделали уже. Покажи себя, а? Давай, ешь кресты быстрее. О, пар появился. О, чудесно. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Кидается там. Ест здесь, кидается там. Хер пойми тебя. Давай взаимодействуй мне по-братски. Блин, она там ходит, ты у меня переезжаешь. Иди сюда! Иди сюда! Блин. В столовую, что ли, уехала? Не буду ее обкуривать и при охоте не буду пытаться сфоткать, потому что засру. У меня один крестик остался. Слушайте, это так странно? Она ходит там? А, ну она просто ко мне тэпается. Она просто ко мне тэпается. Ну затуши! Вот если сейчас охоту начнет, я ее обкурю. Блин, зараза такая. Там бы можно было взаимодействие пофоткать. Че ты не тушишь-то? Вот, иди туши. Блин. Вот, на, может, кинешь? Не гостит, смотри, она нам ни одного госта не сделала. Нормально вообще. Где ты что трогаешь? Мираж опасный тем, что он может... Тэпнуться рядышком и начать охоту. Может, не увидит? Не, не увидела. Не, дед в гостиной начала. Паразитка. Блин. Она затушила. А это засчитает сейчас за взаимодействие или нет? Блядь, я тупанула! Боже мой, она меня подресла. Я думала, она за мной побежала. Господи. Она меня увидела. Почему она не побежала за мной? Туда, за угол. Вот туда, вот за угол. Она же меня там увидела. Почему она сюда обратно побежала? Боже. Ой, паразитка маленькая. А я хотела это, в нычку убежать.
И суть в том, что если бы я осталась ее мансить, я бы сейчас, получается, в левую сторону за стол побежала и все равно бы сдохла. Почему она не побежала ко мне, к тому углу? Почему она обратно развернулась? Я не понимаю, что за мегамозг, блядь. Она тем более маленькая, я не поднималась, я на картонах была, она что, меня видела? Да, спасибо, ребят, всем, кто посмотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Всех обнимаю, всем пока-пока.